slam. Oh, oh, Хабиб Нурмагомедов, российский боец смешанных боевых искусств. Чемпион России по боевому самбо, чемпион Европы по армейскому рукопашному бою, чемпион Европы по панкратиону, чемпион мира по грэпплингу, ну и конечно же чемпион UFC. На профессиональном уровне он провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Рейтинг Sherdog ставит Нурмагомедова на первое место как в легком весе, так и в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Предлагаю вашему вниманию все победы чемпиона непосредственно в абсолютном бойцовском чемпионате UFC, где он провел свои последние 13 боев перед тем, как завершить карьеру. 21 января 2012 года Хабиб провел свой первый бой под эгидой американского промоушена UFC. Бой закончился его победой над Камалом Шаларусом. В третьем раунде Хабиб провел удушающий прием, заставивший Камала сдаться. These guys. I mean, Nurmagomedov just has not stopped throwing punches inside. Nurmagomedov trying to get that rear naked choke. He's kind of in an awkward position, but looks like he's finishing it. That's it. 7 июля 2012 года Хабиб провел свой второй бой против Глейсона Тибао, входящего в топ-15 лучших бойцов легковеса в мире. На протяжении всех трех раундов россиянин доминировал и выиграл единогласным решением судей. And he listens to his corner, you know, Mike Conn's down. Gleason's second takedown of the night. Nice slip again by Gleason. Gleason's really worked on his head. Going relaxed. Nice knee there by Gleason. Nurmagomedov. Nice contest 30-27. Declaring the winner. Wow! Wow, indeed. 19 января 2013 года наш боец встретился с еще одним известным бразильским легковесом – Тиаго Таваресом. Хабиб уже в первом раунде отправил бразильца в нокдаун, после чего добил его в партере локтями. 26 мая Хабиб встретился с перспективным бойцом из США, Абелем Трухильо. Он доминировал все три раунда и победил единогласным решением судей. But man, Nurmagomedov is really something special when it comes to grappling, though. As Nurmagomedov's throwing him, Abel's throwing his arms up in the air like, "Whoa, come on, man!" You grapple with a two-time world sambo champion. That was a mauling. The Eagle, Nurmagomedov. 21 сентября 2013 года Хабиб по стечению обстоятельств сошелся с Пэтом Хилли, которого победил единогласным решением судей. Like that uppercut and left hook. Very quickly landed. Nurmagomedov. Constant pressure. I mean, if you're able to grind her, that says something. I mean, that could cost him against a uppercut, man. And this is what I thought was going to be interesting about shot. This fight. He's capable of, because he's so durable. And Healy looks to take him down now. Nurmagomedov, big slam. Апреля 2014 года Хабиб встретился с пятым бойцом в рейтинге UFC – Рафаэлем Дос Анжусом. Все три раунда Хабиб доминировал как в стойке, так и в борьбе, и выиграл единогласным решением судей. Good shot. Another one again. And I want to see those two. Don't get me wrong. I would love to see Gilbert Melendez, Anthony Pettis as well. Who's got the style to handle this? Далее Хабиба преследовали травмы, и он выбыл из октагона на 2 года. После возвращения 16 апреля 2016 года Нурмагомедов одержал победу над Даррелом Хорчером техническим нокаутом во втором раунде. Yeah, Horch's spinning, he's giving up his Horcher. Ground and pounding him. Yeah, big but Horcher, shot show. But Horcher's doing a good job of getting his knees, getting into play, and it's making it more clear. He's got to really explode. James Waring got to keep doing that. Big shots again from the east. This could easily be stopped, and it wouldn't be a bad stop. 7-0 in the UFC.
12 ноября 2016 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американским бойцом Майклом Джонсоном болевым приемом на руку. Control by Nurmagomedov and big Michael. He's looking for the overhook. He's tying it up. He's gonna break his arm. Hit is all over. And the octagon. 30 декабря 2017 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Эдсоном Барбоза единогласным решением судей. На протяжении всего боя Хабиб доминировал над Эдсоном, в результате чего и выиграл. Barbosa is severely compromised. He just can't move like this. It's just non-stop punches. Just enough to really hurt. Oh, it's a move. And this much damage. Nothing but respect for Barbosa. 7 апреля 2018 года Хабиб сразился с Яквинта за чемпионский пояс. Нурмагомедов доминировал весь поединок и выиграл единогласным решением судей, став чемпионом UFC в легком весе. I love how he does that. Well, someone really went for it at the end. Great combination. 25 minutes. A lot of people didn't expect. Undisputed UFC Nurmagomedov! В октябре 2018 года Хабиб Нурмагомедов успешно защитил свой чемпионский титул, принудив к сдаче ирландца Конора Макгрегора. Все мы с вами помним скандальную концовку этого боя, после которой Хабиба дисквалифицировали на 9 месяцев с выплатой штрафа в $500,000. Amigos, escogimos. Estamos a punto de ver algo histórico para Khabib. 27 fue, le pasó la mano, está con el estrangulamiento. Sí se va a rendir. Sí se va a rendir. 7 сентября 2019 года Хабиб Нурмагомедов провел очередную титульную защиту против временного чемпиона Дастина Порье, которого победил удушающим.